и проходить нынешнее время, чтобы снимать стресс. Вот этих практик их очень много. Самая простая – это практика, когда у вас стресс появляется, вот как вообще себя вести. Мужчина на вас орет, вы не знаете, что с этим делать, или кто-то к вам плохо относится, вы не знаете, как это, с этим справиться. Представляйте себя таким человеком, который сзади спины которого находится космос открытый. Второй вариант. Представляйте себя, будто вы имеете свечение, как солнце. И первое, и второе поможет вам справляться с негативным воздействием. Третье, если вас мучает совесть, если вас мучает раздражение, если вы обиделись, попробуйте сосредоточиться на внутреннем состоянии, которое у вас возникает, как бы отражение смущения вашего тела. И в тех местах, где есть сжатие, попробуйте это сжатие расширить. Метод фольги, который я давал на первой старой ступени, ну и обновленный. И второй вариант, выбросьте это. Представьте, будто вы обводите место, которое создает у вас состояние неприятное, выбрасываете из себя как медузу, а тот пар, который остался, равномерно распределяете по всему своему телу. Это метод из бесплатной первой ступени.